Всем здорово, друзья, меня зовут Шок, и... Так, ситуация, наверное, непривычная. Я не дома, я в офисе, и я считаю это моим домом. Почему? Потому что я здесь нахожусь целый день. Я иду домой спать. Это круто, правда. Тем более офис находится в 10 минутах от дома, и я не замечаю это расстояние. Это очень круто. В общем, для чего мне этот офис, я расскажу вам позже. Но скажу сразу, Cybershock очень много забирает, и для этого и создавался почти что. Но скоро будет обзор этого офиса, где мы покажем вам все компьютеры, все эти девайсы. Комп за 300 тысяч рублей, которые мне прислали вообще неожиданно. В общем, все будет классно. Но сегодня будет ролик про Cybershock. Я сюда зашел, посмотрел что-то как, пообщался с игроками, узнал их новости, их замечания. Так, десматч. Не, давайте зайдем на пока что самое такое хайповое, жесткое. Люди будут радоваться жестко и кричать, радоваться, пищать. Надеюсь, не пищать. На, ВП, погнали. Я вот тебя обзывал, скажи мне. Да. Ты да. Что здесь быкуешь, молодой уже человек? Уже только. Он меня взывает и матом. О! Салам алейкум. Ты в какую тебя зашел? Че, в танки пойдем, Шок? Пробьешь мне броню? Ребята, если у вас кто-то обижает или ведет себя неадекватно, то можешь. Ну ты я. Да нет, Шок, все в порядке. Эрик, бро, в Литву приедешь. В Литву? В Литву? Да, обязательно. Но не сейчас. Так, давайте на паблик зайдем. Насчет паблика я без понятия, как там играть. То есть, если я понимаю позицию АВП, там челики сыграют с АВП, то паблик не понимаю. Это не то, и не то, и не то, и не то. Это просто... Я не знаю, зачем люди это играют. О, у тебя випка. Красавчик. Ридикс. Сугунная. Как тебе випка? Ты считаешь то, что ты правильно потратил деньги? Или все-таки я разочаровался? Не, не вообще. Охеренно. Классная випка. Разочаровался в своих способностях после того, как купил. Хорошая. Так, короче, что нам дальше? Давайте на ретек зайдем. Чисто такая релакс после того, что было. Как дела? Нормально, я стримлю. Это Эрик, друзья, поздоровайтесь, поздоровайтесь, поздоровайтесь. Доброе утро. Блин. Как дела, Шок? Сейчас будет Эрик делать хорошие дела. Ладно. Ладно, чуваки, давайте, приятной игры. Я рад, что вам нравится сетка. Давайте, я ушел. Емаш, это у тебя скины или это наши серверы? Это мои, это мои. Вау, ты что, мажор? Нет. Мне бы так же. Хочешь, Эрик, хочешь перчатки мы поменяем с неделю? Че, готов, реально? Да, без проблем. Давай, кидай трет. Давай. Свои твои. Тебе отдают скины? Да. Либо обмен на обмен, или он тебе просто так отдает? Обмен на обмен. Да, через неделю камбэк. Давай, окей, без проблем. А можешь это... Нет, ВК, ладно, хуй. Все, кинул трет. Чувак, я не дурак, что забыть такие вещи. Отправил трет. Эрик, проверяй. Да, есть. О, чувак, с этим ножом это лучше выглядит. Много? Да, чувак, красавчик. Здорово, мои дорогие. Вот знаете, да, вы согласны. О, лучше, лучше. Привет. Здорово. Настоящий? Нет. Естественно. Нет, конечно, чувак. Настоящий. Шок. Знаешь, да, насколько сейчас смешно это настоящий шок? Он сюда не зайдет. Боже, серьезно? Это шок, первый шок. Шок. Да, я в шоке. Здорово, шок. Добрый день. Я в шоке. Шок, а будут какие-то конкурсы на серверах? Да, на скины какие? Да, на сайте будут взять хорошую статистику, да. О, нормально. Получать какой-то баланс этой игры на сервере и потом випку за этот баланс покупать. Да, да, все будет, поверьте, чуваки. Сейчас проект сделан на 20%. Отлично. Так, друзья, я не понял, жалобы поехали, давайте. Нет, ну, подожди, стой, Шок, я вот играю на твоем сервере год уже, да, я управляющий на тебя на сервере. Смотри такую хрень, верни хотя бы вот, вопрос тебе давай сначала задам. Почему ты убрал ножи, вообще просто ножи у всех игроков? Они есть у випов. Ну, смотри, можно добавить же для обычных игроков. Людям это нравится, как бы. Я скажу вам честно, я не знал, что вообще были ножи доступны игрокам. То есть это у нас было по ошибке включено, почему-то у всех были ножи. То есть мы это исправили. Ну, я могу рассмотреть идею добавить ножи без скинов для всех игроков. Так это чтобы только без скинов были ножи, чтобы люди могли хотя бы играть. То есть за випку ты получаешь ножи со скинами, правильно? С выбором скина. Да, и скины обычные перчатки, а за просто если ты заходишь там knife можешь прописать и все, просто нож. Хорошо, я сегодня сделаю голосование в паблике ВКонтакте и посмотрим, что.
что-то как. Спасибо большое. Друзья, давайте так. Сейчас смотрите. Я фейк Шока. Если я не получу бан, если вы не будете меня репортить, что я фейк Шока, то будет все хорошо. Я тебе бан. Тебе бан. Да ладно, Шок, да, привет, Шок. Че, как жизнь? Это Шок. А че, как жизнь? Жизнь? Это Шок. Бэкхопская. Бэкхоп моя жизнь, братишка. На этом сервере дауны, что ли, играют, или как? Что-то такое. Дауны? Может, ты ник мой прочитаешь, Шок? Да. Потому что эта карта стоит тут уже часа 4. Я с чуваками катку успел сыграть. Я уже пожрать успел. И замашку сделать успел. Она со вчерашнего вечера стоит, мне кажется. Я меняю карту. Не-не-не, у меня была другая. Мы играли, играли. Сейчас вот это. Эрик, поменяй на КПС Макс. Я Шок. Люди, которые сейчас играли на сервере и почти были на финале. Сори, я не хотел. Научите меня серфить. О, какие люди. Опа. 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 Ладно, давайте, чуваки, вы такие на расслабоне все сидите здесь по кайфу. Ну да. Давай. Я надеюсь, вы с музыкой играете. Что? Может быть. Может быть. Да, может быть. Все, давайте. Это вообще чисто молчаливый сервер. Там вообще все на расслабоне кайфуют. Так, арена. Давайте покажем здесь мастер-класс. Кто такой Эрик? Сейчас я зайду на арену, я буду последним местом. Вы увидите сразу. Со своим СГ, за 5 секунд, как я стал первым. Спину, за 15. И я пошел домой, да. Так, разговаривать здесь надо адекватно, я не понял. Чего, блядь? Чего? Какая-то хуйня вообще. А у меня такой вопрос. Мы брали? Помойка сосуд. Слишком. Все ближе, ближе. Ух ты. Домой, мясо, домой. Куда ты летишь, дядечка? Я тебя слышу. Шок, ты... О, Шок, давай, брат. Не-не-не, сынуля, сейчас ты получишь. Тихо-тихо, на тебя. Всем нормально. Один-один. Повезло. Один-один, брат. Давай. Какой он глобал, блядь, чё ты говоришь? Ну ладно. Ладно, все, чуваки, давайте, я ушел, спасибо за игру. Все, спасибо за игру, спасибо, что поздравляю. Так, короче, что у нас тут еще есть? О, пойдем на экзекьют. Это новый режим, называется экзекьют, который мы добавили только позавчера или даже вчера. Ваша задача — выйти на планеты и убивать. Покажем. Здорово, друзья. Хей. Вы что, еще связи какие-то? Привет. Виндекс, как тебе випка? Скажи честно, ты пожалел, что ее купил? Или есть какие-то плюсы, есть тебе... Ну, тебе нравится она? Мне, да. Скины жесткие, да, согласись? Я, типа, ее еще покупал, когда это не был Cybershock. Flyhackers? Да. А, ну, до сих пор, ну, тебе до сих пор осталось? Ну, типа того, но я еще буду покупать. Она переработалась, да? То есть она у тебя обновилась? Да. Все, шикарно. Ну и, понятное дело, здесь есть Pistol DM. Просто стреляешь и попадаешь. В моем случае это... С 10-го раза. Но здесь очень приятно играть. Вар, как вы видите, не растет больше единички. И играть максимально комфортно. Вот с таким... Вот с музыкой сидеть и стреляться вот так вот. Ну, чуваки, не знаю, как по мне это. Я отдыхаю, когда так делаю. Так, сейчас играет человек, который не играл в эту игру вообще. Ну, так, ладно, бывал, играл. Ну, часов 300 у него. Давай. Протестируй сервера Cybershock. Легко. У тебя в руках пистолет, и должен попадать в голову. Только в голову? Да. А если... Хорошо. О боже, какая у тебя медленная мышка, это жесть. Справа. Да, убери руку. Да. Первый есть. О май гад. О, так это я, ничего себе, как меня хорошо видно. Жесть. Опа. Слушай, бро, максимально... О. Да отстаньте от меня. Блин, это очень непривычно. Escucharme, poner un comentario abajo los que estén viendo al youtuber este de España. Sí. Блин, бро, на таком компе вообще это приятно, да, очень приятно, а на таком мониторе это просто забей. Ты просто, у тебя все так плавно, если сравнивать 60 Гц. Я даже не знал, что такая разница. Серьезно? Пипец.
Это короче, пипец. Чуваки, я, скорее всего, сниму ролик, как я возьму с улицы подписчика, который меня первый узнает, и поведу его в офис, и мы вам покажем, насколько большая разница 240 Гц, то есть... Это забей, бро. Подписчик офигеет от того, что здесь происходит. Вот как только мы здесь оборудуем столик нормальный, все мы сделаем. Такие вот дела. Спасибо всем, кто играет на Сайбершоке, вы крутые челики, и давайте сделаем классное дело. Тренируйтесь, будьте круче. Играя на таких серверах, как Retake Execute, Deathmatch, вы становитесь лучше. Вы даже это не будете замечать, просто играя вы это получите. Всем спасибо, тренируйтесь на Сайбершоке и становитесь лучше в CSGO. Пока. I need to escape this junction.